Йо, ребят, всем привет, приветствую вас на канале Play at Home. Ну что, продолжаем с вами играть, проходить наш Beholder. Так, ну что ж, давайте мы постучимся к нашему товарищу. Будем устраивать пакости, да? Питер Донг. Так, спросить про его здоровье. У тебя все в порядке? Выглядишь ты не очень. Ты знаешь, никак не могу найти свои таблетки, которые мне мама давала. Ты болен? Голова просто раскалывается. Так, вырази самочувствие. Посмеяться. Блин. Страх, слабость, страх. Так, страх, слабость. Игра на чувствах. Ну, давайте посмеяться, что ли. Да чему там болеть-то? Чего тебе надо-то? Да, такая себе тематика. Не срослось, не получилось, не срослось. Так, ну про окно 101 ни хрена не знает. Поговорить обо всем, я думаю, тоже сейчас не вариант. И поэтому закончим разговор. Единственное, можешь попробовать у него порыться здесь, в документиках твоего. Ну-ка. Мы, походу, сейчас исчерпаем все наше время. А здесь нифигашеньки у него и нету. Черт. Нам надо навык свой качнуть и, походу, испортить ему что-то здесь с компом. Ну-ка, давайте, кстати, зайдем по... А, у нас секунд больше не хватает, точнее, времени. Тогда предлагаю здесь следующим образом. Вернуться нам сейчас к нам в хату. Домой, в смысле. И оттуда мы с вами после того, после крепкого сна вернемся и устроим ему всякую пакость. Естественно, перед тем, как мы ляжем спать, нам надо с вами сделать что? Правильно. Походу оплатить счета. Куда же без этого? Сколько? 500? Серьезно? Это что-то очень дофига. Так. А сбор на нужды армии и тыла. Блин, что за бред? 5 дней. Ну, давайте хотя бы вот этот мы оплатим, да? И, наверное, вот этот мы оплатим сейчас счет. Ну, вот так вот за 600 бакинских. А это мы оставим. У нас еще с вами есть, типа, 5 дней. Так, ну, спать мы, походу, теперь явно не... Ой, точнее, читать мы здесь больше ничего не сможем. Поэтому сразу ложимся баньки. И оказываемся, блин, на работе. Единственный нюанс, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем сейчас вернуться домой, вот таким вот образом. У нас с вами есть несколько часов, и попробовать сейчас воспользоваться навыками какими-нибудь. В плане чтения. Читать, вот как раз-таки взлом ригельных замков. Ну-ка, отлично, первый навык у нас с вами получен, правильно? Окей. А, либо, скорее всего, это эффект на целый день у нас, слушай, складывается. Ну-ка. Давайте-ка мы теперь отсюда свалим и побежали-ка на работу. Ну-ка, ну-ка. А что ты мне хочешь интересного сказать, дружище? Извините, можно к вам обратиться? Слушаю вас. Вы работник министерства, я правильно понимаю? Да, все верно. Ну как вы догадывались? Профессиональная наблюдательность, ничего особенного. А вы ведь работаете с Марком Лерганом, так? Передайте ему этот конверт, это очень важно. Ну, давайте согласимся. Да, конечно, буду рад вам помочь. Конверте ведь ничего запрещенного нету? Нет, нет, что вы. Это просто записка, дружеская болтовня, ничего запрещенного. Единственное, как я пройду сквозь... между охраной, точнее, там ничего не запикает, интересно. Прямо какое-то подозрение, очень, очень подозрение возникло. Даже наш главный герой, смотрите, как глаза защурил. Какой подозрительный тип, что мне делать с конвертом? Легран меня живем съест, если я его вскрою. Но работать курьером я тоже не нанимался. Тем более тогда, когда используют вот так, вслепую. Ну давайте вскроем конверт. Я не могу рисковать, нужно посмотреть, что там. Марк, у нас проблема. Наш канал перекрыли. Того придурка, что проносил товар в министерство своей задницы, поймали. Думай, как нам проносить таблетки в обход охраны. Думай, да быстрее. Опа, опачки. Опа, вот это поворот. Это вообще надо было бы сообщить нашему товарищу, но... По телефону, но думаю, не сейчас. Сначала мы с вами попробуем... О, мелкая, привет. Кстати, может у тебя есть какая-то информация? Может ты мне что-то скажешь хорошего новенького, а? Ни хрена. Чей это Д, да? Что это требовалось доказать? В принципе, неудивительно. Ладненько, все, погнали дальше. Момент X. Главное, чтобы нас никто не поймал. Ну-ка. Давайте мы сами на нее нарвемся, попробуем. Приветствуем, господин полицейский. Господин полицейский, разрешите к вам обратиться? Что надо? А, ну понятно, ничего нету, да? И главное не забывать про господина полицейского. Вроде не должно запикать. Все отлично. Блин, а как мы, интересно, будем отдавать письмо-то теперь такое? Да, мы знаем информацию, но с другой стороны, возможно, мы можем сказать нашей секретарше, что, мол, мы такое письмо и получили. То есть нам его дали не запечатано. Конечно, это будет откровенная чушь, но... Серьезно, зигануть на 30 секунд? Ну давай, я не знаю, что нам это даст.
нам это даст репутацию плюс десяточку. Ну, да, немного, конечно, ошибка, но, в принципе, пригодится. Кстати, у нас товарищ бегал кусты, все время нюхал, смотрел. Давайте посмотрим, может, мы что-то тоже в этих кустах можем найти. Он же там что-то с жуками заморочен. А в жуках ни хренашеньки и нету, да. Может быть, надо найти в другом кусте? Ну, может быть, мы сможем найти где-то в другом его месте, я бы сказал, даже. Ну-кась. Будем надеяться. Оба. Что мы нашли-то, а? Бутылка виски. Так, и не знаю, конечно, стоит нам его давать или нет, но я предлагаю с ним пообщаться на эту тему. Типа, в кустах бутылочки накрыть, да, чувак? Спросить, что он делает. Так, ну мы знаем, что он делает. Короче, понятно, никакой новой информации он нам не дал, поэтому, в принципе, тратить на него мы время свое не станем. Но нычка для нас теперь доступна. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас есть тут. Удиви меня. Понятно, пусто. Пусто, просто пусто. Да уж. Так, лады. Те кусты нам недоступны, и эти, в принципе, тоже. По поводу окна, кстати, 101-го, я так до сих пор не выяснил, что происходит. Ну, то как там, сотрудник будет принимать посетителей? Еще работаю над этим, как только узнаю, я дам вам что-нибудь знать сразу. Блин, да хреново, самая же проблема, что никто не знает, где этот долбанный чувак из 101-го окна. Вообще никто. Слушай, ну пускай это, конечно, по-жестки стойки. Реально стоечка такая, как у лавинных солдатиков. Так, слушай, может быть, она что-то знает, сейчас скажет. Спроси про таблетки. Сирена, вы человек опытный в министерстве. Может, сможете помочь мне? Спиртного не держу, лицемерие... лицензия, точнее, сори, лицензия нужна. Да нет, может быть, у вас найдутся таблетки от головной боли? От моей стрепни голова не болит, если только слабительное надо. Думаю, подойдет. Ну да, про голову вмиг забудешь. Так, советую кисель из клюквы, хорошо бодрит и немного слабит. Так, смотри, не знаю, дала нам, не дала, давайте поговорим с Тимом, как раз он здесь гуляет. Отдать таблетки. Питер, я нашел для тебя отличное средство. А для чего оно? Сказать, что от этой таблетки от головной боли. Вот, держи, выпей сразу две про голову и думать забудешь. Ну да, жопа будет болеть. Странно они какие-то, где ты их взял? Тебе не все ли равно? Хуже уж точно не будет. Боже, братан, как ты сильно ошибаешься. Как ты сильно ошибаешься. Ты их серьезно, ты прямо здесь их будешь выпивать? А вот и самый зритель наш, смотри, стоит здесь. О, блин, это фейл. Но они же не сразу должны подействовать. Они подействуют через, может быть, там несколько часов. Слонин какой-нибудь там у нас, он в России продается, блин. Его сожрешь там, часов через 7 только начнет поносить. Боже, смотри, 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 что происходит. Он ржет, все, короче, тоже ржут. А его, он обосрется. Он обосрется, он, точнее, уже обосрался. Минус друг, короче, походу, да? Ну, что тебе еще? Спросить про самочувствие. Куда ты бежал? Куда, в туалет. Спокойно, Питер, фух. После случившегося голова у меня больше точно не болит. Зато болит кое-что другое. Какой бляха-муха позор. Эван, ты имеешь к этому хоть какое-то отношение? Конечно же нет, ты чего? Не знаю, верить тебе или нет. Чего тебе? Блин, ну просто первый так нужно, ни хрена не знаешь. Да, больше того говорить не о чем. Побежали к нашему товарищу, он нам, может быть, сейчас что-нибудь и скажет. Так. А такой-то нам точно нифигашеньки нет. А вот наш подлюка. Пошла звонить, смотри, пошла стучать кому-то. По-любому еще будет доволен. Ну-ка. Отдай-ка то, что мне надо. Чего тебе? Так, поговорите о письме. Так, что насчет письма? Мы же договорились, ты должен пошутить над Донгом. Он плачет от стыда. Я плачу от радости, ты плачешь от счастья. Получаешь письмо и все довольны. А другого способа нет? В смысле? Так, короче, убедить это письмо за 3000. В смысле? Так мы же дали таблетки или нет? Ладно. Марко, тут тебе конверт просили передать. Вот он. Ты его вскрывал, значит, ты в курсах моих дел. Хочешь поработать вместе? Расспросить поподробнее? Ну-ка, расскажи-ка мне по-братски. В общем так, старик, есть такие вещества, которые снимают усталость и делают людей бодрыми. Но совсем легальные, не совсем легальные, конечно, зато весьма эффективные. У нас тут полно потребителей, видишь, как люди пашут. Мой продавец на улице, мои покупатели здесь, а на выходе стоит охрана. Улавливаешь связь? Но как я это сделаю? Подумай, договорись с кем-нибудь или сам попробуй, или если не трусишь. Деньги я заплачу хорошие, не обижу уж, не сомневайся. А в качестве бонуса получишь письмо для тебя, которое мне Хемниц передал перед тем, как его забрали. Чё?
обсудить стимуляторы. Ну и что? Договориться с кем-нибудь и что? Или, может быть, решить самому рискнуть? Давай, сделаю сам. Я сделаю все сам. Завтра у входа в министерство тебя будет ждать мой человек. Он передаст тебе вещество, отдашь вещество мне. Да? Окей. Так, поговорите о письме. Стоять. Так, это мы уже слышали. Но там интересно, что мы уже пошутили. А, игра на чувствах, то есть надо страх и страсть еще поиграть. Все, я понял. То есть на всех надо поиграть. Ладно. Так, ну пойдем тогда пойдем обратно к нему. Сейчас поговорим, что у него там будет еще за инфа. Слушай, кстати, а может для нас еще скажет? Так, нет, у него инфы для нас нету. Давайте-ка мы кому-нибудь звякнем и что-нибудь расскажем. Так, сдать информацию о коллегах, донести о должностном нарушении. Ну-ка, хочу сдать нарушителя. Назови нарушителя. Марко Легран. Да, торгует наркотиками. Марко Легран ведет себя непатриотично и нарушает директивы государства. Ваш рапорт принят, спасибо за бдительность. Конечно, если честно, я только что пипец как понял, что я лоханулся. Я же это письма не получу. Да. Ну и ладно, хрен это письмо, значит достану его другим способом. Скорее всего обнесут сейчас у него вещи и будут у полиции. А с полиции я добазарюсь, дам им бабки. Как-то так, наверное. Да, или что, смотри, получается сдался на задание. Анонимная служба доверия приветствует вас, Эван Редгрейв. Так, взять информацию о коллегах. Это правильный выбор, Эдвард. Так, 50 бакинских, ой, 50 репа мы получили. У нас уже, кстати, 1600. Так, окно, ой, кстати, коллег мы некоторых устранили. Это важно. Пойдем посмотрим, что у нас еще есть тут. Тук-тук-тук, блин, выходи. Сотрудник 962, имя Карл. Извините, я должен вернуться к работе согласно служебной инструкции. Понятно. Слушай, ну одного мы устранили. Одного устранили, конечно, наверное, все-таки надо это было сделать после того, как мы... после того, как мы получим письмо. Да, немножечко... поторопился, но не сердитесь на меня, пацаны, не сердитесь. Во всяком случае, я уберег нашего персонажа, чтобы он таскал в жопе всякие таблетки. Поговорить обо всем, ничего тут нету, закончить разговор, в принципе, тоже. Поэтому да, отсюда мы уходим. Слушай, а где же мне с окном вопрос решить? Они, я помню, говорили, что иди прямо налево, но здесь нету поворотов налево, здесь нету никуда. Есть только прямо и все. Можно посмотреть, кстати, что у нас там происходит. Просто следить за людьми. Целый час. А, он умер, нихера себе, смотри. Ага, вот поэтому он и не работает, походу. Я заглянул в кабинку, про которую говорил посетитель, и сразу обнаружил причинную проблему. Мертвые сотрудники не могут обслуживать посетителей. Судя по всему, бедолага схватил сердечный приступ, но этого никто не заметил. Незаметная жизнь, незаметная смерть. Нужно рассказать охране, пускай разбираются. Так, окей. А его, ну как у нас тут, смотри, происходит, да? Так, кстати, про сотрудника либо посетителя охраны. Ну-ка, давайте, наверное, попробуем позвонить охране, наверное, скажем. Или это надо будет все-таки вернуться. Так, нет, нам здесь нефиг делать. Скорее всего, надо будет нам возвращаться, да? Интересно, этот будет с нами друг еще разговаривать или нет? Чего тебе? Да, ну, он будет с нами говорить, правда, ничего такого сверхинтересного мы от него не узнаем. Так, отторговать. Иностранные деньги, косарь. А зачем они нам нужны, в принципе? Не знаю, ладно, пока, думаю, брать не будем. Флажок. Че, флажок сдается? Поговорить обо всем, это мы, в принципе, все слышали. Да, да, но здесь мы, походу, с вами больше нифигашеньки и не узнаем. Так, здесь у нас пусто, есть бутылка зато, кстати. Ну, я думаю, она нам дальше пригодится самим. Вот тот самый посетитель. Блин, ему рассказать или... охране сдать. Блин, ну если мы ему сдадим, это будет неправильно. Скорее всего, может начаться паника. А вот если полиции скажем, они, наверное, пойдут, уберут и на новое место спасают другого человека. А учитывая, что здесь у нас все как конвейер работает. Ну, давайте, наверное, все-таки пойдем попробуем сказать ментам. Охране, точнее, в данной ситуации, да? Так, эти нам неинтересны, эти тоже. Ну что ж, товарищ охранник, у нас тут тема приехала одна поприветствовать. Господин полицейский. Решите к вам обратиться, да, рассказать про мертвого... Так, почему он такой злой? Ну, давайте скажем про мертвого сотрудника. В кабинете номер 101 лежит труп. Почему? Что почему? Почему лежит или почему 101? Почему я об этом не знаю? Понятия не имею, теперь вы знаете. Разберусь, свободно. Благодарю за службу. И это все? Ага.
А почему такой злой? Вы чем-то расстроены, выглядите вообще каким-то злым. Не вижу напарника. Мне нужен точнее напарник. Он же у вас был. В чем проблема? Напарника нет. Попросите, чтобы вам дали нового напарника. Мне нужен мой напарник. И где его взять? Дома. Мне нужно застать его дома. Не могу отлучиться, злюсь. Допросите кого-нибудь. Точнее, попросите кого-нибудь. Вы человек влиятельный, вам не откажут. Сходишь? Ну давайте, почему нет? Вам действительно не откажешь? Мержица 10, это адрес. Я постараюсь найти его. Закончил разговор, ну погнали, пойдем сходим. Так, наверное, теперь, наверное, все-таки надо сходить к нашему сотруднику. Ой, к нашему посетителю. И сказать, что такая петрушка произошла. Я думал, просто здесь выбор один из двух будет. Но раз выбора нет, то можно сделать одно, второе, третье. Пофигу, тогда мы это дело расскажем. И нам ничего не угрожает. А вот и он наш стоит, товарищ. У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с плохой. Сотрудник, которому вы стоите в очередь, умер на рабочем месте от усердия неделю назад. Какой ужас, а хорошая? А хорошая стоит в том, что теперь вы можете спокойно занять другую очередь и стоять там еще неделю. Знаете, я, наверное, пойду домой. Я хотел получить премию за сдачу опасной литературы, но она вряд ли уже покроет мои расходы. Если хотите, можете забрать книжки себе. Я не понесу ее обратно. Давайте. Спасибо, я найду ей правильное применение. Вот так вот. Ну, отлично, мы получили клиенжемца. Отправляется домой к напарнику. Ну, пойдемте сходим. Так, единственное, что с коллегами. Блин, вот с коллегами надо что-то порешать. Надо порешать. О, боже, счетов, конечно, становится все больше и больше. Ну что ж, выбрать все, на 800 оплатить. Да, срок у нас как раз становится меньше и меньше. Правда, есть немножечко времени. Давайте посмотрим, что у нас тут есть по ТВ. Конечно, нам это особо ничего не даст. Серия какая-то там, часик. Ну, часик отнимем. И это мы тоже посмотрели, да? Отлично. Ну-ка, можешь ко мне позвонить, интересно, кстати. Так, никому не можно позвонить. Ладно. В общем, не получается почему-то сходить к нему. Ну-ка. Так, господин полицейский, расскажите напарнике. У вашего напарника некоторые претензии к тому, как вы с ним общаетесь. Вероятно, вам следует быть с ним мягче. Позвоните ему. Странно, я к нему не ходил, просто вышел из дома и зашел домой. Странно, Петрушка, да, ясно. Окей. Так, а кроме этого, есть какая-то информация? Все, мы больше ничего не знаем, надо устранять коллег. Ну, пойдем зайдем заново на работу, пойдем кого-нибудь еще найдем. С кем можно потрепаться и... От кого можно избавиться? Так, здесь не прокатит. Обязательно давайте не будем проходить мимо вот этой зигушки своеобразной. Да, я, конечно, против этого, но нам это дает дополнительную репутацию. А репутация, как мы знаем, в этом городе, это все. Так, ну-ка давайте попробуем вот этого товарища еще раз раскусить. Получится, нет? Так, спросить, что он делает, мы в курсе. Качается, ну понятно, здесь ничего нам нового он не расскажет. Так, интересно, туда мы можем попасть? Туда мы не можем. И туда мы не можем попасть. Мы никуда не можем попасть. Очень странная петрушка. Прям-таки очень странная. И здесь для нас все недоступно абсолютно. Автомат. Ну, мы больше автомат благодарить точно не станем. Это просто дикость иначе. Придется, наверное, пройтись еще раз по данным товарищам. О, спросить, что ей нужно. Добрый день, Сирена. Что новенького? Чем порадуете? Порадуешь тут? Ага, как же. Что случилось-то? Чертов торговый автоаппарат. Вот что случилось. Понаставили повсюду железяк. Будто железяк и может испечь такие восхитительные булочки, как у меня. Согласиться с высокой оценкой к булочкой. С вашей выпечкой ничего не сравнится. Уверен, ваши клиенты никуда не денутся. Уже делись. Каждый вечер смотрю в кассу и рыдаю. Уже пару недель. Все туши свет, сливая масло. Выходи на панель. Неужели все так серьезно? Да, если бы кто-нибудь согласился эту железяку раскурочить по полной неработоспособности, я бы его озолотила. Вот как все серьезно. Давайте я помогу. Мне этот аппарат тоже никогда не нравился. Я согласен. Вот спасибо, родненький. Век не забуду. Только ты уж постарайся, ладно? Я слышал, что единственная часть автомата, которую нельзя заменить, это реактор. Так, поговорить. Добрый день, Сирен. Как идет торговля? Это ты мне скажи, как она должна идти. Если торговый автомат до сих пор работает, ты будешь с ним что-нибудь делать? Или мне посмелее кого найти? Или работаю над этим? Хорошо. Так, а ну пойдем посмотрим, что там у нас с этим автоматом. Не лады. А вот он у нас стоит. Сейчас мы попробуем. Слушай, надо поставить, наверное, просто жалобу на него, да? Типа он плохой. Ставить на работу, осмотреть автомат.
А вы замечаете крышку энергоблока на корпусе автомата. Крепится на 4 винта. Потребуется отвертка, чтобы снять крышечку-то. Оставить жалобу на работу автомата. Так, вы уверены, что хотите оставить отрицательный отзыв? Да. Вы абсолютно точно хотите? Да. Вы нажали оставить? Да. Я нажал отрицательный отзыв. Короче, нет, не нажимали. Нет, я нажал. Нет, не нажимали. Я нажал оставить отрицательный отзыв. Вы нажали на положительный отзыв. Автомат не может ошибаться. Я автомат. Спасибо за ваш отзыв. Департамент научных изысканий любит вас. Ах ты, скотобаза, ты смотри, что он сделал. Слава вождю, слава. Блин, это такая странная тема на самом деле. Очень странная. То есть, как бы автомат полностью, вроде на него и можно оставлять жалобы, но он их не принимает. И тут такая, знаете, палка причем с одним концом, походу. Ладно, надо будет найти изъян. Так, а пока нам надо найти будет кого-нибудь или что-нибудь, что мы можем сделать в данной теме. Так. Торговать мы точно не хотим. Это мы не хотим. Так, чел, у тебя есть что-то новенькое? Нет, тоже новенького ничего нету. А давай-ка мы туда сразу зайдем. Попробуем, во всяком случае, это сделать. Эйк, мы же там вроде теперь у нас навык есть. Там что-то ломать, чинить. Нет, сейчас посмотрим. Ой, да, во, 30 секунд у нас с вами на это все есть. Необходим навык дома пароли. О, отверточка для этого есть. Ты смотри, отверточку мы забрали. Опа-на, эва, ну как. И сваливаем отсюда быстренько. Я даже знаю, куда мы с этой отверточкой теперь пойдем. Я думаю, вы тоже это знаете. Да-да, именно к нему. Ну что ж, Десептикон, готовься. Так, осмотреть автомат. Разобрать его. Вы успешно сняли крышечку энергоблока. До свидули. Так, деталь сирени. Ну все, автомат больше не работает. Она спустит сюда, интересно, сейчас во время скана? Или же будет тотальный, мать его, облом? Ты смотри, получилось. Получилось. Так, мадам. Деньги не имеют тут. Тут вам не там. Деньги не меняют, точнее. Так, обсудить дела с автоматом. Добрый день, Сирена. Как идет торговля? Это ты мне скажи. Рассказывайте о результатах. Не надо никакого искать. Вот ваш реактор. Да ты же мой марципановый. Век тебя не забуду. Вот тебе за старание. А что она мне дала-то? Я что-то пропустил момент, походу. Она мне либо денег дала, либо что-то еще. Походу, денег дала. Шикарно. Так, шикарно настолько, что, правда, я еще до сих пор не всех устранил. Так, работать мы пока не пойдем. А вот стукануть-то попробовать на кого-нибудь надо. Попробуем, ну-ка. Так, слушай, подать заявку о повышении закончить. Блин. У нас нет столько очков, чтобы сейчас идти на повышение. Давай попробуем сейчас с ней поговорить. Что-то случилось. Обсудить серию «Страсти по вождю». Эван, ты смотрел вчерашнюю серию? Да, у меня возник вопрос. Как может Брэд любить Катрин больше, чем свою родину? Это было в недавней серии. Оказывается, Брэд шпионом Веллера. И прибыл в страну, чтобы убить вождя. Но встретит Катрин и забыл про свою миссию. А, ясно. Жаль, что я не видел прошлой серии. Да. Ничего страшного. Раз в год она показывает сокращенный пересказ предыдущих серий. Представляешь, 24 часа без перерыва. Так, да уж, представляю, 24 часа на сериале. Я, наверное, такой смотрел «Побег», наверное. Это прям единственный сериал, на который было вообще не оторваться. Так, нам туда не попасть, а там у нас с вами ждет какая-то другая петруха. Ладно, я думаю, мы с вами уже следующих коллег будем устранять в следующих сериях. А если понравилось это, обязательно пиши в комментариях. Ставь ролику лайкосик. Не забывай подписываться. С вами был дядя Сережа Плей. Всех люблю, на встречу. Пока.